его знает, понимаешь? Вот когда Афер и... Блин, я забыла, кто Take second, с ним тогда был. Я вообще ставила на Афера и его тиммейта. Но не на них. Да блин, да фиг его знает. Albina, why you block me? Ну да, если это кап, надо без полетов и всякой этой фигни. Блять, в смысле, как он, да, тоже? Без полетов не, что-то придумал. Ну, раньше, по-моему, я слышала историю, что типа вот когда капы были, там были ограничения, например, на туалетах там что-то не летали. Это ну, я бы не слышала, как оно было. Такого нету вообще, как бы. На старом движке там вообще все баговое было. На самом деле, кстати, помимо полетов на туалете, можно просто выбить с первого этажа РПГ и все. Second floor. Ну блин, опять же. Ну, допустим, Хамар не играет, он все время на предметах летает. А что ему теперь не летать, что на предметах? Какую знаю, как странно. Не, ну тут как бы серьезная игра 2 на 2, поэтому типа без этой фигни. Кто вас спрашивает? Речь? Ну, в смысле, о чем, о полетах? Ну на капах типа же запрещено это было. Я сам не летаю. Я не знаю, о чем ты говоришь. Так он на предметах не летать, не говорит, ну не тази то, что летает. Ну, так вот, стиль Хамарна, допустим, он постоянно на всем летает. Как ему играть-то, блядь? Как все. Не летает. Не, же не летает, не в туалет. В туалет. А, только на туалете нельзя или только на Overwatch нельзя? Ну на Овере типа чисто не прыгает. Вон Форести без проблем берет РПГ, просто скинул гранаты и все. Ну чё-то как-то слабенько. Fuck.